Друзья, магниты размером 3 на 10 мм можно крепить не только с помощью саморезов, а также на двусторонний скотч. Оператор, прошу вас. У нас на столе как раз лежат два магнита 3 на 10 и вот такие специальные чашечки под магниты. Устанавливаются на окно они следующим образом. Внутрь вкладывается магнит, отрывается двухсторонний скотч, аккуратненько наклеивается, и магниты можно устанавливать уже на створку, не на саморезы, как в данном случае, а на двухсторонний скотч. Магниты 3 на 10 могут быть либо в белом, либо в коричневом цвете. Соответственно, если вы заказываете белую комплектацию, либо коричневую, то можете использовать магниты на скотче. Если же вы заказываете отличный цвет какой-то от этих цветов, то, соответственно, закажите лучше блестящие магниты на саморез.